Чувашии завершилась 13-я межрегиональная выставка «Картофель-2021». В ее рамках прошло немало творческих конкурсов, участниками которых стала молодежь. К научному конкурсу под названием «УМА. Картофель. Потейто» школьники-студенты готовились заранее. В нем участвовали около 20 ребят, интересующихся выращиванием второго хлеба. Были представлены работы, актуальные для применения во многих регионах Российской Федерации. Такие, например, работы, как выращивание мини-клубней, микроклональное размножение, использование различных биостимуляторов роста, использование различных методов возделывания картофеля. Надеемся, что все эти представленные работы они найдут практическое применение в хозяйствах республики. Конкурс проводился в двух номинациях. Победителей наградили памятными призами и сертификатами. Светлана Филиппова заняла первое место в номинации «Ноу-хау в производстве картофеля». В стране качественных семян достаточно мало. Вот. И основная задача картофелеводов направлена на получение качественного посадочного материала, вот, и на увеличение его объемов. Вот. Наша работа как раз направлена на это. То есть наша задача получить наибольшее количество клубней с минимальной единицей площади. Были подведены итоги и республиканского детского конкурса «Его Величество Картофель». Свои рисунки и поделки представили более 1000 ребят. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика.